Сегодня сотрудники Сочинского линейного управления провели акцию «Здравствуй, лето безопасное». Ее цель – профилактика правонарушений и травматизма детей на железной дороге. В гости на Сочинский вокзал полицейские пригласили воспитанников танцевальной студии. Огромный интерес у них вызвал рассказ полицейских о безопасном селфи. Школьники часто фотографируют себя и не раз хотели сделать экстремальное фото, но, пообщавшись с представителями транспортной полиции, отказались от этой мысли. Ежегодно на железной дороге по причине собственной беспечности гибнут и получают травмы десятки людей, не исключение и дети. Дорога к морю часто пролегает через железнодорожное полотно. Живущие вблизи играют там же, а самые отважные закидывают камнями проезжающие поезда, лазают по крышам вагонов. В этом году на железной дороге по Краснодарскому краю погибло 6 подростков. Каждый ребенок сегодня получил яркие памятки о правилах безопасного поведения. В завершении встречи воспитанники хореографической студии подарили полицейским танец тут же на вокзале.